человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Звук Г указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Звук Б в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости, однако в работе проявляет незаурядный ум и способность достичь больших успехов. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Эти люди умеют организовать других людей. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.